Петрозаводске задержан директор музея-заповедника Кижи, бывший глава Карелии Андрей Нелидов. Его подозревают в получении крупной взятки. По версии следствия, местный предприниматель через посредника передал Нелидову 500 000 рублей – плату за разрешение вести торговлю на территории заповедника. Андрей Нелидов занимал пост руководителя Карелии с 2010 по 2012 год. После отставки по собственному желанию был назначен директором музея. Кадровое решение тогда вызвало протесты сотрудников. Они провели митинг с требованием передать должность человеку с профильным образованием и опытом работы.